Всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Муравьиные Муравьи. И так как под видео о жнецах моей новой колонии собралось достаточное количество лайков, я выпускаю вот этот видеоролик, посвященный развитию колонии. А вернее, содержанию, в общем, колонии с нуля. Как и что делать, если вы поймали матку миссоров. Что ж, начнем, пожалуй, с кормления. Хотя нет, начнем, пожалуй, с самой поимки. Вот вы поймали матку миссоров, да? Увидели, что она бежит по улице, взяли в коробочку, все положили, все отлично. И многие из вас кладут ее просто, не знаю, в там чашку Петри и дают им как бы влажную ватку. Это, конечно, тоже довольно неплохо, но лучше пробирка-инкубатор. Это то, где муравьи будут жить приблизительно, ну, довольно большое количество времени, пока не заполнят саму пробирку. Об этом у меня есть видео на канале, как эту пробирку сделать, как инкубатор сделать. Вот, так что можете посмотреть. Итак, вот вы сделали инкубатор, положили туда матку, все, заткнули ваткой с другой стороны, все отлично. Что теперь? Ей необходимо пропитание, пища. Ни в коем случае не давайте ей каких-то больших живых насекомых. Да и вообще живых насекомых и насекомых в первое время давать не стоит. Потому что матка сама ни с чем не справится, она будет сидеть у ватки, а насекомое, если оно живое, оно может ее покалечить и даже убить. Бывали такие случаи, даже у меня. Так что в первое время просто насыпьте им мака. Никаких больших семян не нужно, потому что до того, как у матки появятся большие полусолдаты и солдаты, она не сможет раскусить большие семена. Так что просто насыпьте им мака или дайте немножко гамаруса, там одну или две гамарусины. Ей этого очень даже хорошо хватит, чтобы пропитаться. А теперь просто положите ее куда-нибудь в тихое темное место. То есть вот в такую вот поролоновую трубочку, можно ее сделать или купить в магазине, они продаются везде, где разные стройматериалы и так далее. Так вот, и многие, кстати, задаются вопросом, почему у меня матка не откладывает яйца, и почему она долго не развивается, я каждый день, каждый час проверяю, и ничего. Дело в том, что у нее стресс, так как вы все время присматриваете за ней. Не нужно этого делать, нужно просто оставить ее в покое, там, дня на два, и проверять максимум раз в день, так же, как я делаю с этой новой колонией, и все у них будет хорошо. Как только появились первые рабочие, как у меня, то тогда уже можно давать мертвых насекомых, таких как комарик. Да, никаких больших насекомых не нужно, я другую колонию миссоров кормил комариками, то есть брал с улицы и убивал и давал этим муравьям. Они с радостью их поедали, и в них почти нет никаких бактерий, и злых, и никаких, в общем, болезней. Так что комариков можно спокойно давать этим муравьям, и они будут им питаться. И, кстати, не нужно переселять их, вот как только появились первые рабочие, не нужно заселять в какой-нибудь большой формикарий, потому что, ну, матка не справится с таким как бы огромным количеством пустого места, и муравьи будут просто туда мусорить. Будут мусорить везде, где они живут. И потихоньку из-за мусора появится плесень, а плесень убивает. Так что лучше этого делать не стоит. Просто подождите, пока пробирка инкубатор заполнится муравьями, а после этого уже можете переселить их в какое-нибудь более подходящее место. Так же, как я сделал с этими муравьями. Я подожду, пока пробирка более-менее заполнится, там наполовину хотя бы, и потом переселю их в акриловый формикарий от Фуанс. Это очень неплохой формикарий, и у меня, кстати, была распаковка этого формикария, так что, в общем, ждите и надейтесь, что с этой колонией все будет хорошо. О чем я еще не сказал насчет содержания колонии? Да, в принципе, я думаю обо всем. Сказал, как кормить, чем не стоит, чем стоит, как содержать, как оставить их в покое, если не тревожить. Просто положите куда-нибудь в темное место, в футболку там, и закройте в шкафу, чтобы никто там их не трогал, не тревожил. Им от этого будет легче, и вам от этого будет легче, так как вскоре вы узнаете, что у них уже появились яйца и расплод и так далее. И колония начнет потихоньку хорошо развиваться. Вот такая вот первая часть получилась, так что можно сказать, что это колония с нуля мессерструктора. Я буду так вести вот это видео. Мессерструктора, колония с нуля. Первая часть у нас сегодня вышла, получается. Да. И следующую часть я буду выкладывать по мере развития этой колонии. Что будет дальше и как, в общем, за ними ухаживать.
Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилась эта серия, то обязательно напишите в комментарии, что да, понравилось. Если не понравилось, напишите в комментарии, не понравилось и почему. Я обязательно исправлю все, что неправильно сказал, или все, что вам не понравилось. Так что давайте, всем удачи, всем пока.